Более 8700 соискателей премии губернатора «Наше Подмосковье» уже представили свои проекты в муниципалитетах. До 20 сентября в рамках дополнительных дней презентаций смогут защитить свои проекты в Доме правительства Московской области те, кто еще не успел. По словам министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещеевой, 21 сентября начнется третий этап реализации премии, который продлится до 31 октября. Это рассмотрение проектов советом по присуждению премии, анализ проектов профильными экспертами. Как отметил председатель совета по присуждению ежегодных премий губернатора «Наше Подмосковье» Евгений Князев, выделяется несколько критериев оценки проектов. Социальная значимость, реализация предлагаемой идеи, если она уже существует, практическое применение, уникальность и охват аудитории. Учитывается и количество человек в группе. Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области. В 2019 году победителям вручат 1000 премий по 180 000 рублей.